Ребята, всем доброе утро! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня уже 6-й по счету, да, влог правильного питания. Боже, как быстро летит время. В общем, сейчас пойду готовить завтрак, но перед этим я хочу взвеситься, потому что я уже около месяца вот в таком вот режиме профицита, набора мышечной массы. Изменилось мое питание, конечно же, изменились мои тренировки. И вот хочу сейчас на весах отследить, есть ли какой-то прогресс. И потом я после этого расскажу вам вообще немного о взвешивании и о том, как отслеживать свои результаты. Отойти. Мне не нужны лишние 5 килограмм. Да куда ж там 5? Кстати, МК весит уже около 15, наверное. Да? Когда я взвешивалась в прошлый раз, получается, это было примерно месяц назад, у меня было 61 килограмм. Так. Получается 63,7. Последний раз я взвешивалась ровно 30 октября, сегодня у нас 30 ноября, то есть месяц прошел, и я прибавила 2 килограмма 100 грамм, ну будем говорить, допустим, 2 килограмма. И это в пределах нормы, такая прибавка в весе, может быть 1,5 килограмма, 2 килограмма, самое главное качество этих килограмм, чтобы это были не 2 килограмма жира, а какое-то нормальное такое процентное соотношение ваших мышц, которые вы наработали в тренажерном зале, и жирка. Короче, в любом случае будет, и нужно стараться, чтобы его было как можно меньше путем качественного питания, качественных углеводов, качеств жиров, чтобы у вас не было слишком сильного переизбытка этих нутриентов, поэтому здесь уже все дело в вашем питании. Что случилось со светом? Да это же солнце! Вообще, какая бы у вас ни была цель, похудение или набор массы, я советую отслеживать ваши результаты хотя бы раз в неделю. Не чаще. Нет смысла вставать на весы каждое утро, вот прям записывать какие-то свои результатики. Нет, раз в неделю достаточно, потому что вообще какие-то изменения в вашем организме не происходят так быстро по щелчку прям каждый день. Поэтому раз в неделю забейте себе, допустим, понедельник в вашем календаре, вы встаете с самого утра на голодный желудок, после вашего туалета утреннего вы встаете на весы, смотрите ваши показатели, записываете их себе в блокнотик, смотрите на свое отражение в зеркале, все ли вас устраивает, а лучше всего делайте контрольные фото. У вас в телефоне может быть какая-то закрытая там папочка под 7 замками, где вы будете собирать ваши фотографии вашего прогресса, чтобы отслеживать его, и это вообще лучше всего так делать. Также вы можете делать контрольные замеры ваших обхватов, это может быть просто ваша грудь, ваша талия, ваши бедра. А если вам это важно, то, к примеру, моя цель в тренажерном зале, как я сейчас тренируюсь, именно увеличить объемы в нижней части тела, и вот я бы отслеживала эти прогрессы, эти сантиметры, что-то ли изменяется вообще, потому что мы можем себе надумать все, что угодно. Главное это отслеживать раз в неделю. Этого с головой будет достаточно. На перекус хочу сделать себе протеиновый коктейль. Да, как вы поняли, по моей неделе питания я довольно редко пью протеин, потому что я его набираю обычным питанием, обычными продуктами. И также добавлю себе один банан. Зачем я себя расчесываю? Уже как больше чем год прошел с того момента, как я конкретно так взялась за восстановление своих волос. Если кто помнит, я еще как-то снимала влог, показывала, какое у меня состояние волос, что я хочу что-то изменить, что я хочу наконец-то их вылечить и привести в нормальное состояние. Так вот, недавно, ну, относительно недавно, я выставляла пост в Инстаграме и показала вам результат за год. И сейчас я сняла вам такую вставочку, где сейчас у меня волосы без всяких укладок, и посмотрите, насколько изменилось качество. Быстренько пробегусь по пунктам, повторю, возможно, свой пост опять же в Инстаграме. Что я для этого сделала? Во-первых, я пошла в салон и отрезала нафиг вот эти вот сопли, какие-то мелкие волосинки, которые якобы создавали длину. Я всегда просто тряслась за длину волос, хотя по сути для меня важно было именно качество, поэтому я это все обрезала. Может, там
10 сантиметров было. Примерно вот такая длина у меня осталась. И с того момента я их начала восстанавливать. А что я делала? Я делала счастье для волос. Процедур, наверное, 5 я прошла. И я вам скажу, что вот это счастье для волос от La Belle или Label, как это так называется фирма, эта процедура очень хорошо напитала и наполнила мои волосы. То есть они стали такими прям напитанными. Сами волосы у меня, в принципе, никогда не секлись. Но вот эта длина, вот особенно у лица, волосы стали потолще, и мне гораздо легче стало их отращивать. Я также прошла 3 процедуры мезотерапии кожи головы, и это было, в принципе, месяца 3 назад. Я как-то бросила, потому что я не видела какого-то результата, но результат от мезотерапии, он появляется спустя там 3-4 месяца, и только сейчас я вижу, как сильно у меня растут вот эти маленькие baby hair, как-то там называются, коротенькие волоски. То есть реально есть результат. Поэтому я думаю еще пройти хотя бы процедуры 4-5, потому что это должен быть курс хотя бы из 6 процедур. Это безумно больно. Вот, знаете, на уровне, наверное, чистки для лица. Поэтому это нужно вытерпеть. Я пойду все-таки добью этот курс. И вы знаете, наверное, все из такого важного, что я делала для волос. Возможно, я поменяла шампуни, но хотя у меня были периоды, когда я пользовалась Garnier, то есть я не скажу, что дело в шампуне, нет, все дело изнутри. Конечно же, я продолжаю пить различные там добавки, омегу, у меня на постоянной основе омега, какие-то отдельные витамины для волос, биотин я пью, допустим, курсами, или же Maxi Hair тоже от Seyherbal заказывала, курсами пропила, но мне кажется, самым ключевым моментом было именно то, что я вначале обрезала все, неприглядное глазу, и прошла счастье для волос и мезотерапию. Это то, что мне реально помогло, но и я не останавливаюсь, потому что у меня еще есть куда пахать, есть куда работать. Но мне кажется, что самое главное, что для себя уяснила, это то, что самое главное не длина, а качество. Какой смысл от волос длинных, если они в плохом состоянии? Важнее все-таки качество, чтобы ты могла собрать нормальный хвостик, нормальную косичку, а не из 3 волосин. Поэтому я все-таки за качество, и пусть у меня будет все время, всю жизнь такая длина, но зато она будет качественная. Я тут на кухне уже устроила творческий беспорядок, и потом только вспомнила, я ж снимаю ПП-влог вообще-то. В общем, здесь у меня говядина, примерно 300 грамм, я ее уже замариновала, ну как, я просто добавила соль и черный перец, вот прям реально универсальные специи мои. Я хочу эту говядину обжарить, и затем уже добавить лучок, тоже его поджарить, красный перец, и потом у меня пойдет сюда булгур. Здесь 120 грамм, то есть это у меня будет 2 порции. Сегодняшний мой обед и на завтра. Также заранее приготовлю. И у меня лежал кабачок в холодильнике. Он уже явно такой немножечко вот-вот уже подуставший будет, поэтому я срочно с него сейчас сделаю тортик кабачковый. Боже мой, это прям вот какое-то путешествие в детство мое, кабачковый тортик. Буду делать блинчики такие кабачковые, смажу их йогуртом вместе с чесночком и поверх буду добавлять помидорки. Да, это будет очень вкусненько, поэтому давайте вместе все это приготовим. Итак, я здесь уже приготовила все для своего ужина. И судя по лавашику, вы правильно догадались, это будет очередная шаурма. Я сейчас вам покажу чуть-чуть другой вариант начинки. Здесь я уже сварила 2 яйца, 100 грамм тунца в собственном соку, и он такой, знаете, дробленый, как для салатов. Ну, вы можете брать любой, это уже такой я взяла, какой был в магазине. Также я здесь пожарила шампиньоны
и добавлю немного петрушечки или укропа, да, и пару столовых ложек сметаны. Все это замешаю, будет у меня такой своеобразный салатик, который я запакую в лаваш и который уже отправлю на гриль. Что ж, мой ужин готов. Вот такая вот шаурма у меня получилась. Она чуть-чуть у меня там развалилась. И, ну, в принципе, по-моему, не подгорела. Это просто сок от тунца пошел. И она так подрумянилась, в общем. Но вкусно. Я уже немножечко там прикусила со стороны. Действительно вкусно получилось. Так что советую вам попробовать вот такую начинку. Ну что, ребят, я буду с вами прощаться, мы с вами встретимся уже завтра в последнем влоге правильного питания, и если вам нравятся такие видео, то не забывайте ставить лайк этому ролику. Всем удачи, пока!